У Дніпрі закінчився третій сезон музичного проєкту «Молодий Пірс». У фінал потрапили три команди – «Karyotype», «Silver Town» і «Maximum T». Саме в такому порядку у підсумку вони і вишукувались за кількістю голосів на каналі проєкту в телепрограмі. Відповідно до результатів голосування гурти отримали грошові премії. А таємним гостем концерту стала п'ятниця. Чесно, я коли під'їхав, я услышав кавера на Ленінград, мені було дуже грустно. Тому що, мені кажется, що творчество – це зовсім інше. І петь один в один кавера Кренберіс і Ленінград – це взагалі стидно. Надо самим что-то придумывать. Вот. И я, честно говоря, вообще не в восторге. Мне было грустно, я вообще ушел, как бы сидел, распевался. Да. Может быть, было что-то авторское. Мне неинтересно слушать кавера на Ленинград вообще, правда. Мне сразу, мне вообще всегда тоже проблема, наверное, во мне, да, потому что я считаю, кавер. Это то, что когда ты берешь песню и заново ее рождаешь, да, ты приносишь что-то свое, да, чуть-чуть ее по-своему через себя пропускаешь, она становится другой. То есть отдаленно она напоминает, конечно, слова те, да, может быть, какая-то мелодика чуть-чуть. Но когда просто в нулину перебивает, у нас считается кавер, это просто, ну, взять песню и спеть ее. Это не вот, кавер. Это не кавер, это значит, знаете, перепеть песню. Это называется, ну, да? Не хочется... Ну, нет, просто перепеть. Словом. Ну, я спою. Ну, это нет, в этом есть проблема. Украсть, часто... если сказать не очень грубо, украсть это называется. Ну, часто, вот мне, допустим, тоже, тебе тоже присылают, там, Сергей, послушайте, я написал кавер на вашу песню. Я слушаю, ну, просто какой-то парень там, или девушка поет песню, ну, так же, как она есть, ну, просто она, ее голос. Думаю, может, в этом кавер, они думают, что в этом кавер, если голос другой, своим голосом, но это не так. Кавер ребята, пишите свои песни, пожалуйста. Да, делайте творчество это, или если вы делаете что-то, но ну, вносите в это часть своей индивидуальности. Вот что да, это творчество.